Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такая вот симпатичная Toyota Sienta 2019 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 109 лошадиных сил. У него всего лишь один владелец. Пробег маленький, по технической части без каких-либо нареканий. Давайте посмотрим салон автомобиля. Здесь вы можете заметить третий ряд сидений. Автомобиль семиместный. Салон у нас в идеальном состоянии. Сиденье, пластик, все в отличном состоянии. Также в передней части у нас все отлично. Чистый, аккуратный салон. Можно сказать, как новый. Руль не затертый. Все кнопки в идеальном состоянии. Комплектация у нас достаточно неплохая, имеется кондиционер, автомобиль у нас на вариаторе, такое вот управление на руле, также кнопочка старт-стоп, предотвращение столкновений, удержание в полосе, датчик света, также здесь у нас кнопка открывания боковых дверей. Естественно, полный электростеклопакет, электрозеркала со складыванием. Центральный замок, блокировка стекол. Неплохая музыка установлена в автомобиле. Здесь у нас два разъема под зарядку. На данный момент у нас двигатель запущен, работает идеально тихо, без посторонних шумов. И пробег у нас составляет всего лишь 56 тысяч километров. Если вас заинтересовал этот замечательный и надежный японский экономичный автомобиль, приезжайте к нам в автосалон «Столица». Он находится на Песочной, 48. Здесь вы можете провести на нем тест-драйв, посмотреть вживую. Также можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.